Здравствуйте, 30 мая, 21 лунный день. Сазиди Бархасват, день со стихией ветра с элементом воды. День для священнослужителей, благоприятный для обучения высшим знаниям. Давайте принимать наставления, учения, обеты, медитации, размышления. Печатание книг, дальнюю дорогу. Благоприятен для людей, родившихся в год тигра, зайца, змеи, курицы. Неблагоприятен годам, коровы, драконы и овцы. В Илгинском дацане Сыцхуру Таванхарылга для устранения препятствий из глаза. Начало 9 часов утра и Лусут хозяин воды в 11 часов дня. Привозите молоко белой козы, красной коровы. Будьте осознаннее. Чтобы земля не разделялась на множество земель и стран, чтоб жизнь цвела и процветала, мы празднуем наш Сурхарбан! 30 мая на Иволгинском ипподроме конные скачки. 31 мая на центральном стадионе состоятся игры Сурхарбан, розыгрыш призов и шоу-программа.